Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Вы смотрите 8-ю серию по игре Farmer Simulator 17 и на карте Farmtown 2. Да, мы продолжаем эту игру. Вот, и вообще продолжаем видео после довольно-таки большого промежутка времени. Вот, о котором я поговорю немножко попозже. Но давайте, собственно, вспоминать, что у нас здесь было, как у нас обстоят дела, вот, ну и давайте вспоминать, что у нас вообще здесь такая. Значит, зашел я сегодня сюда, посмотрел, вот, и, как вы помните, 31-е поле мы как его подготовили к посеву, то есть полностью его удобрили, засеяли, ну и, собственно, ждем таки наших первых всходов. Вот. Это что касается 31-го поля. Так, конечно же, хотел я проматывать время, но вспомнив, что у нас за ситуация, у нас вся техника арендованная, ситуация, скажем так, кризисная. У нас большой кредит, у нас большие долги, у нас, опять же, повторюсь, идет расход на аренду техники, на животных обслуживание. Как вы помните, у нас 1000 свиней, и потихонечку они там уже плодятся. Вот, не успел я купить, скажем так, небольшую пачку корма, как они буквально за 15, да как 15, за 5 минут съели все 8 тонн корма. Вот, кто-то в комментарии мне тогда говорил, что ты, говорит, не справишься с таким количеством. Вот, и что-то мне казалось, что справлюсь. А оказывается, на самом деле, это довольно-таки проблематично. Ну, в общем, не суть, как бы. Я думаю, мы прорвемся. Нам надо только сейчас, скажем так, выйти на основную прямую линию. То есть начать убирать поля большими такими темпами, в больших количествах. Ну и, конечно, завестись хотя бы какой-то никакой техникой. Вот. Ну и чтобы время не проматывать зря, ждать пока вот это поле у нас созреет, да, смотрите, у нас есть, оказывается, еще в наличии, ну как в наличии, в собственности, вот, 65-е готовое поле, первое, 57-е, 56-е я вроде бы как, нет, я их не засеял, ну так как они маленькие, вот, единственное маленькое это 28-е, вроде бы как я засеял на пробу. Вот, и 64-й луг, там, где мы собрали траву на тюки. И продали тюки, кстати говоря. Да, и кажется, у нас еще, смотрите, есть 42-е, на котором тоже растет трава. Так, ну и что я, собственно, предлагаю. Так как у нас в наличии есть 3 трактора, первый, второй, и третий у нас где-то на биогазе. Так как у нас не так много денег, я предлагаю арендовать еще 2 вот такие вот сеялочки, чтобы у нас в сумме было 3 трактора и 3 сеялки. Поехать на первое и 65-е поле. Там это все засеять. Ну и после выполнение всех этих работ, я думаю, в принципе, можно и проматывать время. Так, ну, для начала давайте тогда едем в магазин. Вот, выезжаем с этой стороны. Так, и в магазине, если я не ошибаюсь, у нас находится буквально через дорогу. Так, ну и давайте, ребята, поговорим насчет
серии, что касается FS17. Вот, дело в том, что перед тем, как записывать данное видео, я, конечно же, хотел посмотреть, что у нас там на карте Gold Crest Valley, если вы знаете. Потом есть Pine Cove. Вот также карта. Так, я, наверное, опять проехал этот вход. Вот, и как вы, не знаю, говорил я вам или нет, что у меня была такая проблема с сейвами на карте Gold Crest и Pine Cove. Вот, дело в том, что загрузить их просто, ну, не получилось. Вот, и я не знаю, что случилось, просто после длительного времени, еще до этого, до сегодняшнего дня, я как-то тоже хотел зайти, смотрю, не грузится, ничего не получается. Уже пробовал и бэкапы делать, и, не знаю, удалять некоторые моды. Как бы это, не знаю, печально не звучало, но сейвы восстановить не получилось. Ну, и я их, скажем так, удалил. Удалил по Gold Crest и по Pine Cove. Так, ну что ж, вот у нас сделка. Давайте выбирать. Арендовать. Арендовать, конечно. И еще одну. То есть мы берем две. Так, отлично. Теперь нам нужно здесь же сразу же купить. Так, семена. Я думаю, два поддончика нам хватит. Каждый поддончик по... В каждую силку по одному поддончику для заправки. Вот, итого у нас, смотрите, остается 30 тысяч в наличии. Так, а где у нас? Где у нас оказались? А, видимо, именно с этой стороны. Давайте посмотрим. Так вот, и, как ни странно, сейвы к фармтауну остались. То есть остались, скажем так, живы. Как вы видите, все работает, все загрузилось. Так, а здесь у нас сколько интересно. Здесь у нас даже не лазит полностью. Наверное, придется здесь их оставить. Ну ничего, я думаю, что мы потихонечку будем заканчивать наш FS17, просто я не хотел взять просто так его и оставить. Дело в том, что у нас, смотрите, здесь все-таки еще как-то летсплей мы только начали, да, потом я долгое время не снимал, и раз, и забросить, ну, как-то неправильно. Вот, поэтому мы заканчиваем данный летсплей, по-быстрому здесь развиваемся и переходим, конечно же, к 19-му фермер-симулятору. Вот, но проблема в том, что на 19-м фермер-симуляторе еще не вышел GPS и не вышел курсплей. Но курсплей не так важен, как GPS. Вот. Из него как-то довольно-таки тяжеловато, я вам скажу. Поэтому, возможно, мы пока не будем играть здесь. Вот. И заодно у нас время пройдет. Посмотрим. У нас должно выйти и там что-то. Так, переключаемся. Вот, кстати, вот этот третий трактор. Давайте мы его отсюда забираем. Так, эту бочку, наверное, куда-то надо будет где-то здесь оставить. Потом мы сюда привезем воды, ну и всего того, что нам понадобится. Так, ну и, конечно же, ожидаем соломку с нашего поля. Наконец-таки подсыпем свинкам. Вот. И, кстати говоря,
там у нас уже вот было 1000 свиней, сейчас стало уже 1019 за все это время, как мы начали играть. И вот, как видите, уже жидкий навоз 63 тонны набралось. Так, ну, тогда получается, сейчас выйдем вниз до магазина. Так, и оттуда уже отправляемся на базу. Потом берем те два трактора с собой, зацепляем их за нами и дружненько все втроем едем на засев. Вот, и, конечно же, не забыть бы по завершению работы вернуть вот эти сеялки обратно, чтобы у нас, точнее, чтобы с нас не взнималось большое количество аренды. У нас и так под 30 тысяч за сутки уходит только на аренду техники. Потом еще несколько десятков тысяч уходит на обслуживание скота. То есть поэтому довольно-таки большая сумма у нас вырисовывается. Я все никак не привык, но где у нас здесь вот этот объезд в магазин. Вот. Не совсем удобно сделано. Нужно запутаться. Так. Забираем ее. Давайте мы ее заправим. Ну и сейчас, конечно же, будем пробовать вариант использования, скажем так, ну, когда у нас несколько человек работают на поле, то есть через кроссплей, с тремя одинаковыми тракторами. Так что у нас такое. Посмотрим, как это работает, чтобы, ну, почему три, чтобы как можно быстрее вот засеять поле, так как у нас 3 метра, но в сумме у нас получается 9, вот, и в итоге мы что-нибудь выиграем по времени. Я так думаю, из тракторов, конечно же, наверное, тоже надо будет оставить все-таки 2. 3 это, наверное, много. Да и комбайна у нас еще в обслуживании находится. Да у нас вообще вся техника, кроме бензопилы, которую я сегодня приобрел, это у нас находится все под арендой. Представьте себе. Так, хорошо. 15-20 метров. Пересаживаемся вот сюда. Где тут у нас вот... Вот еще один трактор. Ага, а здесь у нас... Как назло, 279 только, да, кстати? А, вот у нас... Это у нас что, семена? Да, давайте мы тогда как раз заправим. Конечно, надо было желательно те, то, что у нас возле магазина, использовать. Так, ну и все, поехали. Да, я боюсь еще, чтобы у нас их не осталось. Самой селки, иначе мы селку будем сдавать, а семена пропадут. Вот, тоже, конечно же, не хотелось этого допустить. Так. 20 метров. Все, можно ехать. Так, поехали. Едем мы вниз. К югу на... Да, в принципе, до самого конца. До самого низа. Ребята у нас там едут. Едут. Отлично. Продолжаем движение.
Так, ну и сеять, конечно, я вот думаю, что мы будем сеять. Наверное, скорее всего, возможно, соевые бобы на одном из полей, а на другом у нас будет канола. Вот, как бы, чтобы мы, с одной стороны, и могли убрать, потому как комбайн-то у нас один и стандартный, то есть жаток у нас нету дополнительных для таких культур, как кукуруза, подсолнух и другие. Вот. Поэтому будем придерживаться пока что стандарту. Вот что пока можем, то и сеем. Так, подъезжаем. Вот оно, наше первое поле. Поле под номером 1 находится у нас с правой стороны. Сейчас мы посмотрим на его размеры. Так. Вот оно здесь. Смотрите, вот так вот оно выглядит. Так, ребята там подъехали. Потихонечку подъезжает. Так, ну что ж, вот оно само поле, в принципе тоже, ну и не маленькое, но и небольшое. Теперь давайте разбираться, собственно, с самой программой. Так, тебя мы останавливаем. Так, и заднего то же самое. Давайте тогда подгоним поближе. Вот так. Ну, а тот пока пусть там стоит. Так, ну что ж, давайте смотреть. Значит, вспоминать вообще, как это работает. У нас, значит, начинать будем где-то вот с этой точки. Даже не знаю, против часовой, скорее всего, да? Значит, давайте смотреть. Или давайте, наверное, я нажму на паузу. Вот, разберусь, и мы с вами уже продолжим. Так, ну вот, ребята, собственно, что у меня получилось. Сгенерировалась вот такая карта с таким вот курсом. Выбрал я на 3 человека, то есть 9 метров. В итоге, что у нас получается? Так, давайте смотреть. Берем второй трактор. Теперь я понял, как это работает. Там все довольно-таки просто. Так, копируем курс. Так, трактор. Скопировать. Это у нас... Так, вот с этого ближайшего. Вот он у нас сразу же нарисовывается. Дальше, вот, смотрите, смещение проходов. Если у нас 3, значит, у нас есть центральный, левый и правый. Первый трактор у нас поехал по правому. Второй поедет по центру. Да, кстати, сеять надо выбрать ту же канолу, чтобы мы не сеяли, скажем так, один ряд канолы, другой ряд чего-нибудь еще, ну и будет у нас полный разнобой. Так, ну и все. Можно запускать. Этот поедет по центру. Вот, смотрите, да. Его мы также немножко прорвем, чтобы у нас было расстояние. Тем временем переключаемся к этому. Водителю. Так, здесь также копируем данный курс. Здесь устанавливаем пассив. Так, выбираем канолу. Где она у нас там? Вот. Далее здесь. Нет, погодите, стоп. Вот, по центру. И этот у нас будет влево.
по левому краю будет ехать. Так. Ну и все, в принципе, можно запускать. Вот он подъезжает к старту. Здесь он опускает, и мы его здесь немножко приостановим. Так, этого мы... Сейчас, что я еще хотел? По центру. Ага, здесь не нужно ничего делать. Так, переходим к первому. Запускаем первого. Так. Так, первый поехал. Немножко пусть возьмет интервал от него, чтобы было расстояние. Ну и все. Можно, можно продолжать. Поехали. Так, ну, собственно, третий. Третий наш трактор. Поедет буквально, но вот где-то, где-то вот сейчас, в принципе. Вот, отлично, смотрите. Отлично. Здесь немножко вот получилось. Косяк, но уже, уже, смотрите, хорошо. Втроем работают на одном поле. Давайте следить за ним. Так, это у нас первый. Ага, вот так вот он. С поворотами. Так, а этот как проедет? Будут ли, интересно, они оставлять здесь какие-то вот кусочки? Да вроде нет, смотрите, классно. Может быть, мы выигрываем еще из-за того, что у нас только 3 метра. Были бы какие-то у нас длинные носилки, то при повороте они бы, конечно, кусочек съедали. Срезали бы, и, наверное, были бы такие мини-островки. Ну, вот что-то типа такого. Так, смотрите, ну вообще уже неплохо. Отлично. Буквально, смотрите, даже несколько минут, а мы уже вот такой вот кусок на 9 метров уже обошли. Что ж, неплохо. Неплохо. Нам главное еще сейчас сделать так, чтобы каким-то образом вот этот не догнал этого. Я думаю, наверное, все-таки ему стоит взять. Так, это у нас 13 километров. Это 12, это тоже вроде бы 12, да? Плохо, что нету здесь функции дистанции, да? Так, маркеры. Прервать. Давайте немножко прервем, чтобы он уехал. Да вообще, по сути, можно было поставить где-то, разделить это поле на 3 участка. То есть, допустим, один там трактор, второй где-то там начинает, ну и третий где-то вот здесь, где мы. Чтобы никто никого не догонял и никто с, ни с кем не сталкивался. Так, что у нас там? А, низкий уровень топлива. Я уже подумал, что что-то случилось. Красная где-то метка, но уже немножко думаешь, что такое. Что уже могло произойти? А тут, оказывается, ничего такого серьезного. Курс у нас, в принципе, один. Вот, но работаем мы на строе. То есть работает за счет смещения, работает трое на одном курсе, что очень даже таки удобно, я вам скажу. Также можно это использовать и не только с такими силками, и не только в таком режиме работы, но, конечно же, и в сборке с комбайнами, и в, да в чем угодно ребята. Главное только знать, как это все правильно запустить. Да, и вот смотрите, что-то как-то непонятно, но вот этот все-таки как-то догоняет. Остальных вот второго догоняет. Не, ну, я думаю, даже если они будут догонят, то проехать они не смогут проехать. Там будет, наверное, скажем так, небольшая коллизия, да, тракторов, что не даст друг друга объехать. Будет информация о том, что там или мешает объект, или... А, вот, смотрите, кстати, вот эти островки, о которых я говорил.
Ну ничего страшного, это ерунда. Это все ерунда. Так, давайте переключимся на этого, посмотрим. Как у нас здесь? Вот здесь, например, есть такая функция, как симметричная смена прохода. Понятия не имею, что это, но это, наверное, видимо, как-то влияет, что ли. Так. Ладно, в общем, ребята, наверное, на этом я сегодня буду заканчивать эту серию. За кадром я продолжу, смотрите, руководить работой на данном поле. Потом мы переместимся напротив. Это у нас 65-е. Там тоже организуем вот такую вот работу. Кстати, сколько у нас семян? Ага, где-то четверть, чуть-чуть больше, 1/3 уже ушла. Ну ничего, нам как раз, я думаю, возможно, даже и хватит на то поле немножко. Ну, если что, у нас, в принципе, поддоны есть, и там на поле есть еще, я думаю, нам хватит. Ну что ж, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи. И всем пока. Пишите комментарии, оценивайте видео. И до скорых встреч.